Будем собирать слайм. Вот такой, смотрите. Дед Мороз подарил Давиду. Такие блестящие штучки, инструкция. Сейчас мама все это дело прочитает. Давид будет смешивать. Вот стаканчик, лопатка. Такие блестяшки. Фиолетовенькие. Такие вот серебристые. Еще какая-то штучка в пакетике. По-моему, жиденькое что-то. Так, и здесь пакет со слаймами. Сейчас будем все это смешивать. Пока я читаю инструкцию, Давид играет на приставке. Так. Покажи. Тоже Дед Мороз подарил. Да. У Давида в руках полимерная основа. Выливаем ее в стаканчик. Всю полностью выливаем. Хорошенько. Так. Сверху к ней добавляем краситель. Вот мы выбрали красный, у нас есть желтый краситель еще. Вот такой вот желтый. Это красный. Сейчас Давид добавит в полимерную основу краситель. Так. Так, Давид добавляет красный краситель. Вливает туда все. Взболтайте пакет с активатором не менее 1 минуты. Вот это все нужно взболтать не менее 1 минуты. Да. Я сейчас тебе дам салфетку. Так, теперь Давид все это перемешивает не меньше 1 минуты. Мама, вот уже 1 минута. А потом мы добавим сюда блестки, да? Вот такие вот. Мама, может, прошла уже 1 минута? А какие будем блестки добавлять? Вот такие серебристые или у нас где-то здесь есть? Вот такие вот. Фиолетовенькие такие, сиреневые. Давай сначала сиреневые. Сиреневые, давай. Так, Давид добавляет блесточки, сыпь. Аккуратненько, только хорошо, чтобы они все там были. Так, и все это нужно перемешать теперь. Ты понял, да? Перемешать все. О, он уже схватился, видишь? Лизун уже схватился у нас с блестками. Так, я думаю, его уже можно доставать со стакана. Так, вот такой у нас блестящий красный лизун получился. Супер. Сейчас и желтый сделаем, да? Ага. Вылили в стаканчик полимерную основу, вторую часть. И теперь добавим краситель желтый сюда, да? Сейчас я распечатаю, добавим. Так, Давид выливает желтый краситель. Выливай. И также начинаешь перемешивать все. Хорошенечко выдавливаешь с пакетика. Туда на салфеточку положи. Так. Вот такой вот, такая вот коробочка. Вот одна лепеха у нас уже лежит, красная ждет Давида. Сейчас сделаем желтую лепеху вторую. А потом их можно перемешать вместе, и будет оранжевенькая, большая одна. Видишь, тут 2 маленьких лизуна. Вот бери последний. Палочку, бери вот эту вот, вот, и еще перемешивай. И они будут соединяться опять. Будет второй лизун. Так, мама, ну что, давай добавим посмотри, вот этот. Мама, знаешь, чем еще? Давай добавим вот этот порошок. Вот этот. Так, а это порошок, это знаешь, что у нас? Так. Это у нас, это, которая в темноте светится. Как она называется? Флуоресцентная или как? Флуоресцентный порошок. Высыпаем сюда его. Ага, мама. Так, затвердевает там. Как тебя думаешь, хватит? Давай порошок добавим, потом посмотрим, еще поколотим. Ой. Так, мы решили добавить вторые блестки. Вот так вот. А теперь порошок добавим, да? Да. И сразу сюда и бухнем и порошок. Да? Аккуратненько, только не рассыпай его кругом. Скажи, как на муку. А палочка красненькая у нас уже в старом лизуне просто. Вот этом вот. Скажи, как мука. Ну да. Так, все есть? Да, все. Так, теперь начинаем все перемешивать вместе. Аккуратненько, чтобы не хлюпало. Он уже густей, да? Ну, давай покажем, какой он там. Вон, такой уже. Вот такой. Становится липучий. Еще написано в течение минуты. Нужно все попить. О, он уже на палочку, видишь, хватает? Смотри, уже накручивается на палку. Так, получился желтый такой блестящий лизун. Привет, браток! Привет, брат! Давид играет он красным. Ну вот, лизуны получились такие блестящие, красивые. Ага.
А мы сейчас вам покажем, смешивать будем. Давай, смешивай вместе. И будет оранжевый цвет, да? Ляпсь. Вот, и будет один большой оранжевый. Так. Давай, ляпа, мешай. Да ты потом оберешь с рук. Давай, смешивай его. Потом с рук пообираешь. Так, вот еще инструкция здесь все есть. Написано, какие цвета можно смешивать, если у вас еще есть другие. Это брошюрка. Ох. Такой лизун. Так, это с этих. Это с блестючек этих. Давай, хорошенечко вминай его. Желтый в красный. Наши прянички, которые мы делали недавно. Так, давай-давай, перемешивай. Сейчас покажем в итоге, что у нас получится. Вот, получился один вот такой вот оранжевый красивый лизунчик. Эй, красота! Ляпота! Я тоже иногда у Давида люблю взять побаловаться лизунами. Какой блестящий получился красивый лизунчик. Ляпс. Нету. Ай. Вот, смотри. Держи. Ага. Все. Вот такая прелесть у нас получилась. Не прилипает? Ну, нет, отлично. Но если долго держать, конечно, прилипает. Выстраивать, кидаем кубики. Так. И сумму выпавших кубиков так. Мы вытаскиваем. Так. 6. Давай, так. Считай. Дота 4. 5. Так, 9. Нет, 10. Неправильно. Ага, 10. Правильно, правильно. 12. Вашенька. Так, Давид вытащил 12 и не завалил башню. Теперь маме на очередь бросать кубики. Давай, кидай. Рау. Что у меня выпало? 5, 2, 1 и 1. Сколько? 5, 6, 7, 8, 9. 9. Мне нужно 9 найти, да? Ага. Так, у меня получилось девятку достать вот там снизу. Ну, что у тебя там? А теперь бабушки на очередь. Что там у тебя выпало? Это 9 или 6? 9. 6. Девятки 16. Здесь нет. Здесь 6 самое большое. 16. Так, теперь бабушка тянет 16. Бабушки стоит, смотрите. Так, а теперь моя. Давай, если руки сюда положишь, она завалится. Руки теперь, убирайте. Давай, моя давай, ты бросаешь. Так. Что так, там у тебя выпало? Ноль. Дед Мроз Давиду подарил игру так, Джанго. Пять. Или в общем, ребятки, игра занятная, интересная. Пять, будет восемь. Нет, неправильно. Мы продолжаем 5 играть. 5 и 2 будет не 8. И всех с Новым годом. По-моему, 6. Уже с новым 2022 годом, ребята. Всем пока-пока.